Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины и описания к ним из книги «Великие музеи мира». Жан-Франсуа Милле. «Нашествие птиц». 1874 год. Холст. Масло. 73/92. Жан-Франсуа Милле, французский художник, один из основателей Барбизонской школы. Он прославился любовным воплощением образов крестьян и их тяжелого труда. Данную картину мастер написал в самом конце своей жизни. В ее основе лежит рассказ из его раннего детства о небывалом нашествии диких голубей. Это было буквально стихийным бедствием. По ночам птицы садились на деревья, крестьяне ослепляли их светом факелов и добивали палками. Милле создал невероятное живописное произведение на такую прозаическую, если не сказать, отталкивающую тему. Вот, пожалуй, главное, что поражает. Хотя слава художника зиждется на картинах с низкими по иерархии жанров сюжетами. Представленное полотно в его наследии стоит обособленно. Восхищает мастерство в передаче света, однако понятно, что действие происходит ночью. Также удивительно воплощена динамика происходящего. Действовать следовало было быстро и энергично. Ясно, что бедствие принесло огромный ущерб крестьянскому хозяйству, которое было семейным. И на борьбу с напастью выходили всем кланом. Очевидно, это и изобразил Милле. Благодаря почти импрессионистической манере письма, ничто не прописано ясно. Но все ясно воспринимается зрителем. И в этом великое искусство. Вот такое описание из книги «Великие музеи мира» к работе Жан-Франсуа Милле «Нашествие птиц». 1874 год. Пока-пока, до свидания.